Господь Саваоф говорит: «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною и внезапно придет в храм свой. Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете, вот он идет». И повелел Господь: «Возьми себе книжный свиток и напиши на нем все слова, которые я говорил тебе об Израиле и об Иуде и о всех народах с того дня, как я начал говорить тебе, от начала и до сего дня. Семь книг твоих напиши о делах твоих и восьмую о доме Господнем». И вот великое множество людей из племен и народов, и языков, и колен пред престолом и пред Агнцем Божьим. Посольство Божье – это я. Само название этой книги говорит о том, что мы являемся лицом посольства Божьего, лицом нашего пастыря. Мы одно целое с нашей церковью. Мы сыновья этой церкви. И мы уже сделали свой выбор идти до конца с нашей церковью и с нашим пастырем. И взяв Божий огонь с этого места, с этой церкви, с Киева, мы понесем этот Божий огонь по всему лицу земли, покоряя в вере все народы. Посольство Божье – это я! «За то, что ты был верен в малом, над многим поставлю тебя, — говорит Господь, — и посылаю ангела пред тобою хранить тебя на всех путях твоих, куда бы ты ни пошел, в место, которое я приготовил для тебя». Вместо того, чтобы ты был оставлен и ненавидим, и никто не проходил через тебя, ты будешь радостью в роды родов. От малого произойдет тысяча, и от самого слабого сильный народ. Я, Господь, устрою совершить это в свое время, говорит Господь. Обочина жизни – это не конец. Мир лежит в обмане. Люди умирают не только на войне и не от болезней. Люди умирают от наркотиков. Люди умирают от алкоголя. Но Бог не смиряется с этим. Он высылает свою армию спасения для того, чтобы послать своих людей по всей земле и спасти взятых на смерть. И мы не отступим от этой цели. Обочина жизни – это не конец! Народ твой весь будет праведный, навеки наследует землю, отрасль насаждения моего, дело рук моих, и ангел над тобою в роды родов, чтобы охранять тебя. И застроятся потомками твоими пустыни вековые. Ты восстановитель основания многих поколений, и будут называть тебя восстановителем развалин, возобновителем путей для населения. Семьи будущего. Дьявол разрушил семью через разводы, безотцовщину, разделение и предательство. Но Бог восстанавливает семью и возвращает любовь, верность, посвящение и почитание. А это означает, что у семьи есть будущее. Мы – семьи будущего!
и будет известно между народами семя их и потомство их среди племен. Все видящие их познают, что они семя, благословленное Господом. Вот, я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, и не отступит от тебя Господь, куда ты не пойдешь, доколе не совершишь дело, требуемого для дома Господня. Особью мужского пола можно родиться, но настоящим мужчиной, отцом, нужно стать. Посольство Божье, место становления нового поколения настоящих мужчин. Будь тверд и мужествен, презрю на вас и плодородными сделаю вас, и размножу вас, как песок морской, говорит Господь. Великая женщина мира, если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. Не для этого ли времени ты достигла достоинства царского? Счастливейшие женщины, это счастье быть женщиной. Это счастье понимать свое предназначение. Это счастье исполнять свое призвание. Это счастье знать, что твое сердце бьется в унисон с сердцем Бога. Это огромнейшее счастье находиться в руках великого и всемогущего Отца и знать, что Он любит безусловно, бескорыстно и жертвенно. Вот почему мы наисчастливейшие женщины, и мы идем по этому миру вместе, неся веру и надежду, орошая живой водой каждый увядший цветок, говоря каждому цветку: «Женщина, ты прекрасна!» Yes! Наисчастливейшие женщины! Аллилуйя! Не сойдет уже солнце, но будет служить тебе. Луна не скроется, ибо Господь будет для тебя вечным светом, и окончатся дни сетования твоего. Благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Любите врагов ваших и благотворите, не ожидая ничего взамен, и будет награда вам великая. Среди людей, заставших два столетия, среди тех, кто прожил жизнь, среди тьмы стоит маяк тысячелетия, людей, которые носят гордое имя «человек». Они хвалы людской не ожидали. Аллилуйя! Им кровь и пот отрадою служила. Они себя, служив, раздали. Минуту жизни для себя не сохранили. Ни блеск наград, ни похвала манила, а боль детей и радость матерей. Признав, гонители сказали: «Богатыри среди нас ходили!» И записали имена в историю людей. Посольство Божье в цифрах, фактах, в цифрах и наградах. Аллилуйя! Не будет уже солнце светить тебе светом дневным и сияние луны светить тебе ночью, но Господь будет вечным светом твоим и Бог твой славою твоею. Я Господь Бог ваш, и нет другого Бога.
Народ мой не посрамится вовеки, и залью от Духа моего на всякую плоть. И будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши будут видеть видение. Эта молодежь потрясет мир. Золотая молодежь — это я. Это все мы, дети Бога. Потому что в каждом из нас сокрыта самая уникальная драгоценность. Это сердце, преданное Господу. Мы несем в этот мир новые ценности, новые стандарты. И мы заявляем, что здорово знать, для чего ты живешь. Здорово любить и почитать своих родителей. Здорово быть хорошими друзьями. Здорово знать, кто твой Бог. Эта молодежь потрясет мир. Никто да не пренебрегает юностью твоею, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в чистоте. Да будет Господь Бог твой с тобою, чтобы ты был благоуспешен и построил дом Господу Богу твоему, как Он говорил тебе. Итак, расположите сердце ваше к тому, чтобы взыскать Господа Бога вашего. Встаньте и постройте святилище Господу Богу, чтобы в нем обитал Бог и утвердилась святыня Его. Боже, будь милостив к нам, благослови нас и освети лицом Твоим, дабы познали на земле путь Твой, во всех народах спасение Твое. Да восхвалят Тебя народы, Боже, да восхвалят Тебя народы все, да веселятся и радуются племена, ибо Ты судишь народы праведно и управляешь на земле племенами. Да восхвалят Тебя народы Божьи, да восхвалят Тебя. This is a
славу Господу! Аллилуйя! Бог дал человеку уста, чтобы человек славил Его. Он дал человеку голос. Он дал человеку музыкальные инструменты, чтобы человек славил Его. А главное, Творца. Что Бог нам дал благодарные сердца, которые будут взывать Богу и восхвалять Его день и ночь, непрестанно. Аллилуйя! Аллилуйя! Давайте славить Бога! Аллилуйя! Церковь, будем славить Его! Возвещать то, что грядет наш Господь, да? Вы готовы Его славить? Аллилуйя! 20 лет нам, друзья! Грядет Господь. Аллилуйя! Господи, славу. Аллилуйя! Пригласит трубы. Скорби и голода, мрака и смут. Мы есть вопиющий в пустыне голос. Готовьте для Господа путь. Придет Господь, Он сходит с облаков. Пригласит трубы, во свете идет. Год юбилея, танцуй, ликуй, бой. Спасение с горы Сиона грядет. Аллилуйя! Йоу! Возьми свой голос! Послушай, церковь! Пришли Иезекииля и плотью покроется кость. Становление храма Давида. День славы и счастья грядет. Они вы уже побелели, пора урожай собирать. Работаем мы в винограднике Бога, чтоб слово Его утверждать. Идет Господь, Он сходит с облаков, пригласит трубы. Во свете идет год юбилея, танцуй, ликуй, бой. Спасение с дары Сиона грядет. Идет Господь, Он сходит с облаков, пригласит трубы. Во свете идет год юбилея,
сердцу ликуй бой, спасение с дары Сиона грядет. Церковь ликует! Аллилуйя! Show! Не такого, как Иегова. Идет Господь, Он сходит с облаков, и глаз трубы во свете идет. Год юбилея, танцуй, ликуй, бой, спасение с дары Сиона грядет. Идет Господь, Он сходит с облаков, и глаз трубы во свете идет. Год юбилея, танцуй, ликуй, бой, спасение с дары Сиона и гласе трубы во свете идет. Год юбилея, танцуй, ликуй, бой, спасение с горы Сиона грядет. Идет Господь, Он сходит с облаков, и гласе трубы во свете идет. Год юбилея, танцуй, ликуй, бой, спасение с горы Сиона грядет. Господь, Он сходит с облаков, при гласе трубы во свете идет. Год юбилея, танцуй, ликуй, бой, спасение с горы Сиона грядет. Идет Господь, Он сходит с облаков, при гласе трубы во свете идет. Год юбилея, танцуй, ликуй, бой, спасение с горы Сиона. Идет Господь, Он сходит с облаков, при гласе трубы во свете идет. Год юбилея, танцуй, ликуй, бой, спасение с горы. Еще раз, идет Господь, Он сходит с облаков, при гласе трубы во свете идет. Год юбилея, танцуй, ликуй, бой, спасение с горы. Иисус,
Аллилуйя, 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 аллилуйя,
снова в дом Твой прихожу, мой Господь, и вновь вижу чудеса Твои. Больше ему славы!
вновь вижу чудеса Твои. Бывает тяжело, Иисус, и нету сил идти. Иисус, аллилуйя! Но снова в дом Твой прихожу, мой Господь, и вновь вижу чудеса Твои. Давайте будем просто поклоняться впереди. Выходите впереди, молодежь, старше, кто хочет. Поднимем святые руки к Богу, прямо впереди. Так, как никогда, ты нужен мне. Ты нужен мне. Ты нужен мне. Больше, чем вчера. Жизнь моя, ты свет мой, я люблю тебя.
никогда. Я не оставлю тебя. Ты жизнь моя, ты свет Богу. Я люблю тебя. Боже, больше, чем я дышу. Больше, чем я дышу. Ты один Бог, ты один Царь.
наполняешь наши сердца своим Божьим присутствием, своей любовью, своей милостью. Боже, Господь, спасибо Тебе, Иисус! Спасибо Тебе, наш Бог! Спасибо Тебе, наш Господь! Спасибо Тебе, наш Царь! Спасибо Тебе, наш Владыка! Боже, царствуй! Царствуй! Пускай Твое царство! Оно ширится через каждого из нас! Во имя Иисуса Христа! И весь народ сказал Аминь! Спасибо Тебе, наш Бог! Спасибо Тебе, наш Царь! Спасибо Тебе, Господь! Ты царствуешь! Ты Владыка, Ты Бог! И сейчас я хочу представить, хор будет петь? Хочу сейчас представить вашему вниманию наш замечательный хор посольства Божьего! Приветствуйте их! Благослови, душа моя, Господа, и не забывай благодеяний Его. Все? Аллилуйя! Все, хор? Вы все уже, да? Спели? Молодцы! Давайте еще раз славу Богу за них! Аллилуйя! Слава Тебе, Господь! И сейчас одно из важных частей нашего богослужения. Это часть церкви, любой церкви. Мы будем делать сбор наших пожертвований для нашего Господа. Вы знаете, есть слово в Священном Писании, когда Иисус Христос испытывал своих учеников. Есть тут ученики Иисуса Христа? Слабо. Давайте сильнее. Аллилуйя!
И у мальчика было всего 5 хлебов и 2 рыбки. Может, у тебя сегодня где-то скудость есть. Может, ты проходишь какую-то пустыню, так как было это также событие в пустыне. Но когда Иисус Христос взял этот хлеб и эти рыбки, и Он вас благодарив, скажите, вас благодарив, преломил, то были накормлены все 5000, все насытились, еще осталось. Если ты сегодня по вере будешь давать с благодарением Господу за свою жизнь, за свое спасение, за то, чтобы спасение пришло в твой дом, в твою землю, на твою землю, Бог силен это сделать. Давайте возьмем то, что мы приготовили нашему любимому Господу. Просто представьте верой. Давайте мы будем давать в руки нашему Господу, Иисусу Христу. И Он умножит. Скажите, Он умножит. Аллилуйя, я верю. И пускай эта благодать, умножение, она придет в вашу жизнь. Сейте с верой, и Господь благословит вас и умножит. То, что мы сегодня говорили, 30, 60 и 100 крат, Он силен это сделать. Но с благодарением, с любовью, с почтением к нашему Господу. Спасибо за вашу верность, и пускай Бог благословит ваше даяние. И сейчас также я хочу пригласить на эту сцену свидетельство Божьей славы. Давайте мы будем приветствовать Снежана Волошина. С праздником, Церковь Посольства Божье! Здравствуйте, меня зовут Снежана Волошина, дочерняя церковь Преображения, город Борисполь, пастырь Карпенко Ольга. Я хочу сегодня благодарить Бога за то, что я жива благодаря этой церкви. Много лет назад моя семья, она была проклята, проклята сатаной, проклятием самоубийства. В моей семье 4 самоубийцы. 2 моих дедушки повесились, моя мама и младшая сестра бросились под поезд. Меня также неоднократно посещали эти мысли о самоубийстве. В 20 лет, представьте себе, моя душа была пуста, и у меня было гнетущее одиночество. Я искала выхода из этой ситуации и попала в одну из дочерних церквей Посольства Божье. И там я встретила Бога. Он посетил меня своей любовью. Он исцелил мою душу. Он вел меня каждый день за собой. Я так Ему благодарна, что Он увидел меня среди тысяч людей. Я благодарю Его за то, что Он нашел меня и привел в такую церковь. Спасибо Богу просто. За это время Он полностью изменил мою жизнь. Сегодня я лидер группы прославления в своей церкви, помощник пастыря. Сегодня я глава общественной организации, член общественного совета при Бориспольском совете. Также благодарю Бога за то, что Он дал мне возможность стать сегодня психологом. Я консультирую людей как психолог и также работаю психологом в школе. И сегодня я могу быть опорой. Сегодня я могу быть выходом для тех людей, у которых нет выхода. Сегодня я могу дать ответ там, где нет ответа. Я искренне верю, что только настоящий христианин, он может быть психологом в этом мире. Поэтому это место, оно для меня. И я благодарю Бога за то, что Он полностью изменил мою жизнь и сделал меня светом для этого народа. Спасибо Ему, просто воздаю Ему всю славу. Особенно благодарю пастыря за то, что он приехал в эту страну, начал эту церковь, и благодаря ему родилась я в Церкви Посольства Божье. Благодарю также моего пастыря Ольгу Карпенко, которая постоянно меня наставляет, постоянно толкает меня. Спасибо ей за то, что она не оставляет этого дела. Просто благодарю Бога за такую чудную, прекрасную Церковь Посольства Божье. Слава Богу! И еще одно свидетельство, не менее важное. Давайте мы встретим Кобзар Татьяна. Приветствуйте! Добрый день, дорогая церковь. Я имею честь стоять на этой сцене в этот замечательный день, в этот день юбилея. И мое свидетельство о том, что в посольстве Божьем каждый может состояться. Посольство Божьем, как в семье, где есть очень мудрые, любящие родители, у которых есть всегда судьба, удел и
благословение для рожденных в этой семье детей. Я вижу в зале очень много людей, которые так или иначе повлияли на мою судьбу. Но моя особая благодарность, конечно, пастору Сандею и пастору Боси. Моя благодарность епископу Анатолию и пастору Надежде. Моя благодарность Белоусовой Юлии Владимировне. Это мой пастор в Санкт-Петербурге. Восемь лет назад я пришла в посольство Божие из церкви, где не проповедовалось о спасении, о Евангелии Царства. И вы знаете, я в той церкви была лидером, но было какое-то томление. Я не знала своей дальнейшей судьбы, а так хотелось это знать. И вот я попала в посольство Божие. И сегодня у меня есть земля, у меня есть удел. Я знаю, кто я. Хотя было страшно в первый раз называть себя реформатором, освободителем, восстановителем, пастором. Но вы знаете, я теперь знаю, кто я. Я действительно тот человек, через которого Бог будет исцелять эту землю. У меня есть земля, это старшее поколение. И у меня есть инструмент изменения этой земли, это общественная организация. Я президент общественной организации, я член общественного совета, я член рабочей комиссии при социальном комитете в Санкт-Петербурге, и я заместитель председателя попечительского совета в доме престарелых. У меня есть проектор, это авторская школа «Времена жизни», антивозраст, антикризис, антистресс. Цель этой программы, этой школы – изменить менталитет, изменить мышление. Во-первых, людей старшего поколения, потому что, вы знаете, они живут, как они говорят, в формате 3D – донашивать, доедать и доживать. Что делает моя школа, программа моей школы? Она изменяет это мышление, и я говорю, что давайте будем жить в формате 4D – думать, двигать, содействовать и держаться. И вы знаете, это им очень нравится. Программа моей школы, она еще направлена на то, чтобы изменить официальное, такое официальное отношение к людям старшего поколения, потому что оно цинично. Вы знаете, что медицина определяет возраст после 55-19 лет, и это называется возрастом, временем дожития. И вы знаете, люди старшего поколения тоже знают об этом. Я хочу изменить это циничное отношение, циничный менталитет на менталитет почтения к старшему поколению, потому что это ценность. И мои программы моей школы, они несут ценности Царства Божия. И удивительно, сейчас немножко скажу о цифрах, через мою школу за 2 цикла прошло около 200 человек. 50 человек из них помолились молитвой покаяния прямо на семинарах моей школы, потому что темы моих семинаров – это темы, которые очень близки к тому, чтобы людей подвести к молитве покаяния. Это тема «Язык мой, враг мой», когда люди сами хотят об этом молиться, и «Отпусти обиду, как воздушный шар». Я тоже говорю о тех проблемах, которые несет обида в нашем сердце, и тоже люди хотят, чтобы за них молились. Почти 50 человек побывали на мероприятии нашей церкви. Появился актив этой школы. 5 человек уцерковились, один из них даже принял водное крещение. Я благодарю за такую возможность действительно стать восстановителем развалин и имею эту честь быть членом посольства Божьего. Пастор Сандея, низкий вам поклон за ваше учение, потому что я через ретриты, через школы, через личные встречи с пастором Сандеем обрела секрет моего успеха. Пастор Сандей тоже там делится, он очень любит людей. И на втором ретрите для героев книг пастор Сандей просто сказал: подражайте мне, любите людей так, как люблю я. Это, наверное, и есть ключ и секрет моего успеха. Пастор научил меня любить, и эта любовь к людям, она родилась в моем сердце. Всем огромное спасибо. Спасибо вам большое. Давайте мы воздадим славу Божью за каждое свидетельство.
Каждое свидетельство, а также в вашей жизни, оно ценно в глазах Бога. И сейчас еще раз вас с праздником, дорогая церковь, посольство благословенного Царства Божьего для всех народов. Потому что сейчас я хочу обратиться к тем людям, которые, может, пришли впервые. В такую подобную церковь вы нигде не встречали. Никогда не были на подобном собрании. Может, вас кто-то пригласил на наш праздник. Можете помахать мне рукой. Помашите, пожалуйста. Есть такие люди. Мы видим вас. Давайте мы будем приветствовать. Вы можете выходить сюда. Если кто-то пригласил, помогите людям прийти сюда. Если, может, вы были в церкви, в другой, в этой, но вы где-то охладели, отступили, пожалуйста, не стесняйтесь, никогда не стыдно каяться перед Богом. Стыдно грешить, но каяться перед Богом никогда не стыдно. Выходите, мы любим вас, мы рады видеть вас, мы приветствуем вас. И весь этот праздник, он также для вас, он не был бы полным, если бы вы не пришли на это собрание. Пожалуйста, подходите сюда в центр. Пожалуйста, приходите сюда. Мы рады видеть вас. Есть еще люди. Не стесняйтесь, не опоздайте. Это как на самолет, это как на поезд. Не пропустите. Это ваш билет, это ваш шанс, это день вашего спасения. Это день милости в вашей жизни. Есть еще люди идут. Давайте мы будем приветствовать. Ободряйте. Вспомните, как вы когда-то выходили. Как вы стеснялись, сомневались. Выходите. Вы идете к Богу. Вы пришли к Иисусу, который любит вас, который ожидает вас, который однажды умер за вас. Он умер для того, чтобы мы жили, для того, чтобы мы были счастливы, для того, чтобы ваша жизнь, она изменилась. Кто-то еще, выходите быстрее, пожалуйста, мы ждем вас. Мы ждем вас, я чувствую, есть еще люди, выходите. Мы ждем вас. Бог любит вас. Он ожидает вас, и мы ожидаем вас. Спасибо Богу за каждого из вас. Слово Божье говорит, сам Иисус, Он взывает Священного Писания. Он говорит, придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас, и вы найдете покой душам вашим. Сейчас очень тяжелое время, много смятения, тревоги, но покой душе мы можем обрести только с нашим Господом. Спасибо вам, что вы сегодня не постыдились Иисуса. Он никогда не постыдится вас. Никогда. Он верный, Он надежный, Он истинный. И сейчас для вас, прежде чем вы уйдете с пастырями и наставниками, я хочу пригласить на эту сцену Артем Липненко, песня «Ты подымешь меня выше». Это для вас. Это наш подарок. Лично вам. Лично для вас. Пожалуйста, мы ожидаем вас. Давайте будем приветствовать. Артем Липченко, прошу прощения. Еще раз. Yes.
can be. You raise me up to more than I can be. Браво! Аллилуйя! Вот такие таланты, спасибо, Артем, вот такие таланты открывает Господь. Они у вас тоже есть. Только в следующий раз, когда вы поете, как подарок для людей, желательно им все же по-русски, а то они не поймут по-английски. Спасибо, пастор. Итак, мы поздравляем вас. У вас сегодня двойной день рождения. День рождения церкви. И ваша жизнь, она абсолютно будет новой. Это также ваш день рождения, с чем мы вас и поздравляем. С этого дня вы будете жить под покровом Божьим, под защитой Божьей, под благодатью и милостью Божьей. Поэтому мы поздравляем вас и мы приглашаем. Вот есть пастор Нина и пастор Оксана, пройдите, пожалуйста, за ними. Они машут вас руками. Вот такие красивые пастыря. Они вам расскажут больше об Иисусе. Они познакомят вас с тем, который любит вас. Который любит вас больше своей жизни. Который ценит, который дорожит каждым человеком. Спасибо Богу за вас. Давайте мы будем провожать их аплодисментами. Давайте поддержим. Это и наши братья и сестры. Пускай Бог обильно благословит их. 20 лет Божьей благодати. 20 лет милости и величайших чудес. 20 лет чудес Божьих, Божьих знамений, Божьей радости, Божьего счастья, настоящего, неподдельного, когда мы можем посмотреть честно в глаза друг другу и сказать: «Я так рад, что Иисус спас меня». 20 лет побед, 20 лет сражений и тех, которых мы одержали победу. 20 лет Бог непрестанно трудился. 20 лет Бог совершал чудеса и совершал невероятные вещи. 20 лет невероятной реформации благодаря всего одному человеку. И я могу сказать, никто в то время, когда я умирала, не мог потрясти меня так, как потряс меня пастор Сандей. Мы хотим пригласить на эту сцену основателя движения «Посольство Божье», вернее сказать, «Посольство благословенного Царства Божьего для всех народов по всей земле», апостола Сандея Аделаджа. Встречайте! Аллилуйя! Они правильно говорят, Елена, Александр, десятку, 20 лет. Я вчера показал один фильм пасторам, у нас была встреча с пасторами вчера, 20 лет, каждый год хроника. И мне задали вопрос, что вы ощущаете, когда вы смотрите на этот фильм, на этот документальный фильм. Чуть-чуть только хроника. И я говорю два чувства. Первое, радость, что это все сохранилось. Именно документально. Вот эти все книги и так далее. А вот с другой стороны, чувство тяжести, напряжения. С чем связано? Связано с тем, что, допустим, мама, которая родила ребенка, допустим, Дарина там гуляет. И этот ребенок, допустим, ну, что-то сделал хорошо, его прославляют, его хвалят и так далее. И мама в это время всплывает в ее мышление, в его голове вспоминание, как она лежала на сохранении. Какие у нее были роды. Вот это, она переживает заново
эти роды, может быть, разрывы, может быть, операция, первая школа, детский сад, первый класс, бессонные ночи, болезни. Вот это все то, что переживает мама. Понимаете, да? Вот это все чувство, я каждую минуту вижу, каждую секунду, и вот это все чувства всплывается. И я думаю, что, может быть, было бы неплохо нам все же посмотреть. Документальный фильм, 20 лет, Посольство Божьего. Я не знаю, есть там у нас или нет. Давайте посмотрим. Принцесса, 20 лет. 20 лет похота. Спасибо, можно выключить. Работы, невероятные жертвы. Но, принцесса, это еще не результат. Уверяю вас, это еще не результат. Мы, вот пастор Дерек подсказал нам сегодня, когда ждать результат. Мы сможем видеть результат только в вечности. Сколько земля будет существовать, столько будет плоды наши умножаться. Может быть, не в миллионах, может быть, не в миллиардах. Мы будем на небе и наблюдать за то, как умножается счет, наш счет плоды. Это будет вечная награда. Это я говорю не только принцессе, я говорю всем вам, кто жертвовал, кто ложил жизнь. Мы еще не видели результат. Но мы будем сидеть на небе и наблюдать, как плоды будут продолжать на наш счет умножаться. Что вы переживали, пока вы видели, смотрели год за годом, как вашего мужа таскали, издевались, обвиняли. Бессонные ночи, столько уединения, нету дома пастора, мужа нету. Что происходило с вами, пока вы смотрели на эти 20 лет? Давайте воздадим нашему Богу великую славу, достойную славу. Жив Бог! Жив Бог! Жив Бог! Аллилуйя! Пастор спрашивал,